Всем привет! Готовимся к съемкам. Оператор почти готов, допивает свой утренний кофе, и сейчас мы начнем. Готовить мы сегодня будем очень простой и очень вкусный салат. Были недавно в гостях, такой салат я попробовала впервые, он мне настолько понравился, что я спешу поделиться с вами рецептом. Это салат, как я их называю, из серии «Гости на пороге» или «И в пир, и в мир». То есть такой салат можно подать как на завтрак, обед или ужин, так и на праздничный стол. В начале видео по просьбе подписчиков немного о ценах. Цены постоянно меняются, но на данный момент огурцы у нас стоят 200 рублей килограмм, болгарский перец стоит 290 рублей килограмм, и морская капуста полкилограмма нам обошлась почти в 100 рублей. Хочу обратить внимание, что капуста – это уже готовый к употреблению продукт, то есть капуста маринованная, салатная с луком. И также в начале видео хочу попросить вас поучаствовать в таком мероприятии, как придумать название для данного салата. Салат готовится настолько быстро, что моя версия названия – салат моментальный. Ну, давайте приступим к приготовлению. Для начала морскую капусту перекладываем в глубокую посуду. У огурцов отрезаем попки. Разрезаем огурец пополам. И нарезаем огурец тоненькими пластинками. А что, попки невкусные? Попки? Их обычно отрезают. Нарезанные огурчики отправляем морской капусте. Теперь болгарский перчик нарезаем тонкой соломкой. Шел второй час, 5-минутный салат был почти готов. Да неправда. Нарезанный перец отправляем также в салат. Заправляем салат маслом, добавляем буквально чайную ложечку оливкового масла. Чайную ложечку ароматного подсолнечного нерафинированного масла. Все перемешиваем. Салат готов. Перекладываем его в салатник и можно подавать салат к столу. Я надеюсь, что вам понравится салат, приготовленный по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока! Ну и давай вкратце, так сказать, послесловие. Как тебе такой формат видео? Легко снимается, правда? Не знаю, непривычно, пока необычно. А салат вкусный.